Вы смотрите видео об отеле «Азулла Каназей». Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель «Азулла Каназей» расположен в стране Италия в регионе Валь ди Фаса и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Отель расположен в канадце Йоэ, Валь ди Фаса, тихом и солнечном месте недалеко от центра деревни. На территории отеля имеется 21 номер, лифт, гостиная, ресторан, бар, интернет-поинт и Wi-Fi бесплатно в холле, ТВ-зал, терраса, парковка, ски-рум с сушилкой для ботинок. В номерах есть телефон спутниковая, ТВ, сейф, ванная комната, душ, фен. Большинство номеров с балконом. Площадь номеров – 15 метров. Номерной фонд отеля состоит из: в отеле 21 double room, максимум 3 человек, 20 квадратных метров. Check-in time 15 часов ровно. Check-out time 10 часов ровно. При бронировании взимается депозит. В отеле разрешено размещение с небольшими домашними животными. Отель оборудован для гостей с ограниченными физическими возможностями. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть бесплатно сауна, турецкая баня, зона отдыха. За доплату – джакузи 6 евро, сеанс, солярий. Для детей есть детское меню в ресторане. Детская кроватка по запросу платно. Детские стульчики в ресторане есть. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.